Ребята, всем привет, хорошей субботы, продолжаем. Значит, во-первых, никак я не закончу посылку от Игоря. И, кстати, там не все вещи выкупили. Я буду повторять, после того, как покажу полностью все, что пришло, покажу, что было не выкуплено и не востребовано. Может быть, девочки пропускают видео, и вещи лежат. Итак, домик 9110, $70. Артикул 937, 8 размер, красный агат, он же сердолик, белый роди позолота, серебро 925 пробы, очень массивное кольцо. Это кто-то из девчонок заказал. Значит, это камушки, которые Игорь сейчас экспериментально закупил и, собственно, экспериментирует модели, которые раньше были с янтарями. Вот сейчас у нас появилась возможность их увидеть и с другими камнями. И кто-то из девочек по фотографиям в чате это кольцо отобрал себе. И есть еще одно такое же. Но, то есть та же модель. Но тоже 937, но 9 размер. Это фосфосидолит. Такой оригинальный совершенно камень. Кстати, какой он изумительно красивый. Черный роди позолота. 9 размер здесь. Фосфосидолит. 937 артикул. Домик 9111. $78. Кто-то из девчонок тоже его себе заприметил с фотографией в чате. Очень красивое кольцо и камень оригинальный, фосфосидолит. Так. Далее, что еще интересного я здесь обнаружила? Есть интересные сеты. Так. Во-первых, цитрин. Цитриновый сет. Смотрите, вот такая вот интересная палочка прямоугольная, и вот в лапках держит треугольный цитрин изумительного качества. $66 такой кулон, 9100 это его номер в домике. 610 артикул. Смотрите, какая красота. Белый роди позолота. Все это базовый металл, серебро. Сейчас вам покажу. К нему идут серьги. Это тоже все, девчонки, кто-то заказывал с каталогов и с стока. Сток — это наличие, это то, что уже воспроизведено. Просто нужно выслать. Каталог — это то, что можно заказать в производство. Белый роди позолота. Такие серьги с цитринами. $91.01, $74. Для заказа 621 артикул. Английский замочек. Но тут лампа время от времени падает. С таким стуком. И сюда же, как я понимаю, есть кольцо. $72, 90-99 номер в домике. 10 размер. Оно немножко маломерит, поэтому сядет на 9,5. 90-99. Артикул для заказа 392. И, то есть, получается у вас вот такая вот... Да господи, что тебе не стоится-то? Птица не вильнится. И получается у нас вот такой вот комплект. Как вы видите, в серьгах камень чуть-чуть более насыщенный. Очень красивый. Кто, девчонки, заказывал этот набор, забирайте. Так, а мы сейчас будем рассматривать дальше красоты. Только не раньше, чем я включу кондиционер, потому как очень жарко. Как я понимаю, жарко сейчас в
просто везде, по всему миру, не только в Израиле. У нас плюс, что мы люди, как говорится, привычные, у нас кондиционеры есть. В Европе не везде есть, и довольно страдальческое состояние. Так, значит, смотрите, у меня есть за $72 серьги с голубым топазом, топаз Sky. Кто их заказывал, забирайте. 9115 номер домика. Смотрите, какие красивые. Тоже английский замочек. 614 артикул для заказа. Так. Далее. Оказывается, цитриновое кольцо тут еще одно есть. Размер только 8. $72, 90-98 – это домик, и размер 8. 8 – это на 7,5. Пол размера мало мерит. Белый роди, позолота. Давайте я, наверное, немножко соберу и будем смотреть дальше. Так, ребята, вот оригинальный комплект серьги рубин. Это, я думаю, со стока украшения. $91.03.71, 680 артикул рубин, белый роди позолота. К нему идет кольцо на 9 размер, тоже рубин, 480 артикул, $91.02.71. Вот такой вот интересный очень набор. Смотрите, какой красивый. И есть отдельно серьги с сапфиром. Сейчас вам покажу. Вот они. Так, сейчас. Вот. Серьги с сапфиром. $71, 91.04. Так что, кто заказывал, кто заинтересован, пишите, пожалуйста, в личные комментарии, WhatsApp. Я вас очень прошу не писать Viber. У меня есть аккаунт в Viber, но я практически в него никогда не захожу. И ваше сообщение там может очень долго меня ждать. У меня просто в Viber подруга, которая живет в Полтаве, из Купянска. И это единственный человек, с которым я переписываюсь. Поэтому я как бы захожу там раз в пару недель спросить, как у нее дела. И тогда обнаруживаю, что мне кто-то писал по поводу украшений. Пожалуйста, пишите мне на WhatsApp. У меня это в компьютере подключено все. И я ваше сообщение вижу практически сразу. Так, девчонки, офигенный комплект, который я очень люблю. Цветочки с бриолетами. Бриолеты были в последнее время у нас дефиците, сейчас немножко там докупили, вообще с камнями сейчас какой-то катаклизм происходит. $91.08, $77, кулон, цветочек, голубой топаз, бриолет, 5 карат, белый роди позолота, $91.08. Так, дальше у нас есть тоже кулон, тоже 543, но с цитрином, $73, 9107 его номер в домике.
и есть два кольца. Одно кольцо с голубым топазом, 91,05, $69 на седьмой размер. Вот так вот смотрится. Видите, оно сделано с таким небольшим наклоном специально. Такая вот. Ну, можно, мне кажется, во внешнюю сторону. Наклон должен быть наоборот, как бы во внутреннюю сторону. Вот, то есть получается, у нас есть целый комплект. Вот он. Кольцо это номер 548 для заказа, $91,05, $69. И, соответственно, тоже кольцо второе, тоже седьмой размер, но оно идет с аметистом. Смотрите, какой цвет божественный. $91,06, $66. Значит, у нас получается два кольца и два кулона. В плане сета у нас есть только голубой топаз. Ну, можно составить сет по модели, не по камню. Если кто-то хочет. Вот так получится у вас оригинально так. Вот. И еще хочу вам показать два украшения. И мы перейдем дальше. Так, у нас пришла уже из новой накладной. Поэтому у меня, к сожалению, на эти две пары серег нет цены. Я узнаю и уже хозяйкам напишу. Это Броня заказывала. Я знаю, чей это заказ. Значит, перышки такие идут. Голубой топаз. 851 модель. 91,19 есть у нас номер. Но, соответственно, я выясню стоимость. Такие вот перышки. Белый роди позолота. И есть еще одна пара. Это пробная. Наташа просила как-то к своему цитриновому кулону серьги. И сделали нам серьги, пробную партию. Как бы форма кулона, но они меньше. И камень меньше, соответственно. И вот это вот была первая пробная партия серег. Вот впервые я их держу в руках, наконец-то. Наташа из Германии была первая, кто попросил их. И там еще очень много девчонок заказали и отдельно, и в наборах. Это уже идет следом. Девочки, вот это вот самая первая пара, которая была на фотках, вот на ней эксперименте. То есть ее сделали как модельную. Она была без кулона. И вот мне ее прислали. Наташа была первая, так что это ее серьги. Тоже цену вам я ей скажу в личку. Новый инвойс, новая накладная еще просто до меня не дошла. Но серьги очень красивые, бриолет голубой. И очень красиво. Вообще обожаю эту форму. Это, девчонки, то, что у нас есть из новинок от Игоря, что вы еще не видели. И я хочу немножко повтор. Значит, вот это кольцо. Так никто и не обратился, кто его заказывал. $91,12, $69, 8,5 размер. Он на 8 реальный. Кто просил, родолит, забирайте. $69. Белый роди позолота. Так. Это раз. И у меня здесь получается комплект. А, вот, эти серьги тоже. Никто так и не откликнулся. Вероятно, это был не заказ, а просто мне понравились. Я попросила их прислать. Веточки. Цитрин. 833 артикул. Их номер в домике 9117. $71. Такие вот милашки. И опять у нас там по орхидеям получается немножко такой бардак. Там получается очень много всего. Но это мы уже будем разбираться по ходу повторяшек. Так, сейчас, девчонки, мы немножко по шаблюлю пройдемся. Значит,
Смотрите, что тут у нас есть. Значит, во-первых, кто просил монетки с бирюзой, вот такие, 3127 – это номер домика. Сюда при желании можно менять на английскую застежку, можно не менять. Бирюза. Стоимость. Сейчас, девчонки, вам скажу. $42. Так, это раз. Дальше, с прошлого раза еще вот ждут вторую пару серег, петелек с гвоздиками. Первую я показала в первом видео. Это Ленина серьги. Ленин заказ был. А она говорит, а где же вторые-то? А я говорю, подожди, найдем. Вот они. Вот это вот вторые. 31.24 это у нас номер домика. И $33 вот такие вот серьги. Классные. Не забывайте, что нужно, я опять же советую, может быть я не права, но так я вижу, что нужно серебряные заглушки менять на силиконовые по разным причинам. Так что, девочки, это мы тоже нашли. Дальше, кто просил перламутр, артикул 1724, в домике 3120, цена $48, очень большой размер. Сейчас мы скажем по нашему легендарному кольцемеру, 11,5, 21 миллиметр. Красивое такое кольцо. Это домик 3120. Кто свое обнаруживает, сообщайте. Просто у меня сейчас все украшения для порядка уложены по номерам в ячейках, иначе очень трудно что-то найти. Так, это у нас D451, кто просил. $47. Вот смотрите, какая красота. Роза такая. Ну, такое ощущение 17-17,5. Ну да, так и есть. Сейчас я его в другую сторону лепестками. Кстати, какое безумно красивое кольцо. И цена у него, по-моему, отличная. 47. Сколько ты стоишь? $47. Так. Что еще у нас красивенького такого? Значит, пришел 3121 номер домика под кольцо, артикул 1245. $55. Честно скажу, кто-то просил синий лабрадор. Смотрите, какая красота. Камней очень мало таких вот, чтобы супер-пупер. Я специально, когда еду у Кати, там у меня есть мой ящичек. Я, если что-то красиво вижу, а модели у меня еще в голове, как бы модель не созрела, или никто ничего не просил, я такие камушки откладываю на будущее. И вот, наверное, это один из них. Смотрите, какая прелесть. Просто изумительный. Значит, размер 18,5. Если это чей-то заказ, то обратитесь. Если это не заказ, а просто в продаже, то тоже напишите, кого интересует это кольцо. $55. Артикул для заказа 12.45. Номер его ячеечки, где оно лежит, 31.21. Напоминаю, что мое видео надо смотреть на двойной скорости, чтобы было все быстрее.
Так, дальше. Кто-то просил у меня 35,63 за 36 долларов вот эти вот серьги с черным жемчугом. Ну, черный это примерно, да, он как бы больше в зеленину идет, но он в шаблюле маркируется как черный жемчуг. То есть черней у них нет. Французская петля с крючком. Ну, такие милаши. На подарок супер, по-моему. 36 долларов. Номер в домике у него 3128. Там он вас и будет ждать. Далее. Чем еще я вас должна удивить? Так. Девочка ждала вот эту модель 3554. Сказала, что ей все равно какого оттенка. Ну вот, вставили черный. Значит, стоит 39 долларов. Это под декольте 4477, как вы знаете. Номер в домике 3125. Черный жемчуг, по-моему, даже более редкий. Очень красиво. Далее. Та же модель, но это идет под кольешку, которую я показала вчера. Серый жемчуг, то же самое, та же цена, только номер в домике другой, потому что это... А, нет, ребята, тоже 31,25. Они будут проживать вместе, пока их не заберут. Коммунальная квартира. Смотрите, какая красота. Это серый жемчуг. Это идет к кулону в сет. Так. Еще у меня есть листики 2167. В них тоже... А, в них я не уверена, что можно менять на английскую шведлу, потому что у них нет колечка. Они висят сразу на кольце большом декоративном, и украинские швензы у них там нет возможности. Но, по-моему, на крючках тоже они очень красивые, с эти какие лапочки. И можно силиконовую заглушку, если кому-то нужно, я дам. 21,67 это артикул для заказа. И цена такой модели 47 долларов. Видите, здесь у нас и листик, и цветочек вот такой вот с камнем, с гранатиком таким. Но это я не думаю, что гранат. Я думаю, что это гранат-фианит, но тем не менее даже лучше. Лучше сверкает. Еще разные листики. Короче, много всего интересного. Так. И еще тут две пары. Одна это Браха просила, вторая, я не помню кто, но тоже кто-то попросил. Это, значит, серьги, которые я обязательно в порядке меняю швензу. Они довольно дорогие за счет того, что у них золото 14-кратно, 900, какая там проба получается, 585-я проба. Вот это кольцо, это полностью золотая напайка. И я их, как правило, уже, девчонки просят обязательно поменять на английскую швензу. Получаются такие очень классические, красивые серьги. Вот таких вот пришло две пары. Точно одна пара Браха заказала, вторую, девчонки, надо посмотреть, не помню, но это аметист натуральный кабошон. Кто помнит, что это его, пожалуйста, просто обратитесь на кассу, так сказать. И я вам сейчас скажу, сколько стоит без швензы и с швензы. Значит, без швензы, вот так как они сейчас, это 98 долларов. С швензой это 107 долларов, потому что швенза идет 9 долларов. То есть это то, сколько мне стоили швензы, когда я их заказывала еще до войны в Украине на заводе. Это все еще у меня остались те запасы. Поэтому, девчонки, я вот мне иногда спрашивают, можно ли купить швензу. Нет, девочки, я, к сожалению, швензы отдельно не продаю. То есть у меня они только для того, чтобы заменить в шаблюлевских украшениях, вот для таких вот вещей. На продажу, увы, нету. И последнее, что я вам хочу показать, это номер домика 3123. Он будет общий, потому что это комплект.
Кулон 35-85, это уже второй раз заказывают эту модель. Первый раз Оксана заказывала хром диапсид и перидот. А вот сейчас, по-моему, Александра, это, по-моему, твой заказ, может, я, если не путаю ничего, она заказала с аметистами. Хром диапсид с аметистами. Получается вот такой интересный комплект. Значит, кулон в данном случае стоит $73. Кольцо 21,72. Вот оно, видите? Стоит у нас $58. Такой вот праздничный яркий набор получается. И серьги. Сейчас мы их поближе изучим. В серьгах идет одна вставка хром-диапсид центральная. Они получаются $46. И сюда, да, если надо, можно поменять за $9 швензу на английскую. Ну, можно не менять, как вам нравится. Вот такую девочку себе заказала комплект. 3123 – это его номер в домике. Там, где он будет свою хозяйку ждать. И мне очень нравится классную цепочку стали. Интересно, ее можно снять или нет? А, да. То есть ее можно снять, так что можно ее еще использовать в других украшениях. Ну и, соответственно, медальон тоже вешать на ту, что больше понравится. Так, девочки, я хочу вам немножко чокеров показать, которые мне Salty Lemon прислали. Так, значит, смотрите, девчонки, чокер номер один. Очень интересный, с вот такой совершенно потрясающей жемчужиной барочной. И камень называется афганский. Я думаю, что это какой-то вид афганской яшмы. Значит, он так и проходит. Афганский. На иврите его называют Эвен Афгани. Соответственно, как вы видите, все у них тип-топ. Есть удлинительная цепь. Чокеры, как правило, под шею. Девчонки, они короткие. Если вам нужны бусы такие длинные, надо это как бы просить заранее, я попрошу. Но, в принципе, это такая линия молодежная, сейчас очень модно, под шею бусы. И поэтому не все, так они и называются, чокеры, то есть ошейнички. Поэтому не удивляйтесь. Но вам дают еще возможность удлинения. Но, в принципе, это все-таки идет ошейник. Попробуем его. Мою куколку безголовую. Сейчас посмотрим, как она. Как ты, дорогая, тут без меня. Цена. Значит, цена 158 шекелей или $47. Везде мы встречаем нашего тазика, судя по шерсти. Вот такая модель чокера. Вот он. Эвен Афгани. Афганский камень и шикарнейшая оборочная жемчужина, которая покупается поштучно, потому что они очень дорогие. Так. Номер чокера 61. Это просто для того, чтобы не путаться. 61. Под номером 60 у нас будет вот такая красота. Сейчас, девочки, вам покажу. Это гранат родолит кабошонами, шариками. Тоже изумительно будет смотреться на шее. Смотрите, какой красивенький. Тоже, соответственно, вся у него есть. Видите, какая еще такое очень гладенькая, красивенькая. Это все аккуратно сделано. Мне так нравится. Я вот прям держу в руках их изделия. Настолько все вот профессионально. Посмотрите, все замочки, все шарики. Все, вот Светик Дубинская, вот оцени. Ты у нас мега-педант. Смотри, какая работа. Подковки серебряные. То есть все сделано очень классно.
Так, сколько ты стоишь, дорогой? Сейчас выясним. Гранатик натуральный. 60, это его номер. Сейчас вам скажу цену. Девчонки, 172 шекеля или 50 долларов. Шекели при переводе НДС не надо добавлять. Это уже они мне дают цены с НДС. То есть просто перевести 172 шекеля. Это кто в шекелях расплачивается. И 50 долларов. Девчонки, под номером 29. Просто изумительная работа. Это, значит, флюориты разных оттенков, собраны в порядке изменения цвета. Смотрите, какая красота. И немножко добавили сюда, чтобы было интереснее, чуть-чуть цитринов и аметистов. Короче, низко, просто королевская. Карабинчик. Сейчас мы тебя наденем. Смотрите, какая цветовая гамма интересная. Просто потрясающе. Видите, как классно. Здорово. Такая игра с оттенком. Значит, сколько ты стоишь? Сейчас посмотрим. 29 это его номер. Девчонки, 176 шекелей или 52 доллара. Еще раз хочу заметить, что это уже включая НДС. Добавлять ничего не надо. 176 шекелей. Очень красивая работа. Серебро, полудраги, шикарные камушки. И все это, разумеется, на ювелирном тросике. Гизмо тут стартовал. Так, и четвертое, это под номером 50 шпинель. Кто просил, шпинель все время просит, потому что она реально шикарная. Вчера у меня была подружка Лера, это, с которой мы время от времени ездим всякие поездки, вы по видео знаете. Она не удержалась и вот перед видео забрала у меня одну нитку шпинели и одну нитку гранатов граненых. Ну, просто супер. Так что даже до видео не дошло. Я ей сказала, смотри, у меня обычно шпинель в заказ идет. Но поскольку у меня была вот еще одна нитка, я решила, что ладно, так уж и быть, поделюсь. Значит, сколько стоит эта шпинель? Под номером 50, сейчас вам скажу. Девчонки, 47 долларов, 158 шекелей, включая НДС. Вот такая красота. Так, 4 чокера нам хватит в этом видео. И, девчонки, пока на этом закончим. И буду готовить вам следующее видео. Это пусть пока выгружается. Всем отличной субботы!